Спортсмен из Серпухова завоевал серебряную медаль на лыжном марафоне. Соревнования прошли в Кировской области и собрали более 1000 участников. В рамках турнира прошли контрольные тренировки на разных дистанциях. На 5-километровке в бескомпромиссной борьбе серебро выиграл воспитанник спортивной школы «Зубрёнок» Никита Фирсов. Подопечный тренера Марины Фирсовой выступил в возрастной категории 9-11 лет.